Любитель животных и фотограф Джон Хван встретил милую собачку в приюте в Лос-Анджелесе в приюте для животных Болдуин Парк. Мужчина обычно посещает эти места, чтобы провести время с животными, которые ищут немного любви. И именно тогда он увидел 10-летнюю собаку, совершенно грустную и сгорбившуюся в углу, она вообще не двигалась. Джон сказал, «Моей первой мыслью было, что эта собака застенчива или подавлена и, вероятно, не хочет со мной общаться. Я был удивлен, когда она повернулась ко мне, когда увидел меня. Как только она увидела, что Джон был там, она вскочила на ноги, и он увидел, что ее немного трясет. Собака хотела почувствовать немного любви. Сначала она попыталась обнюхать Джона с безопасного расстояния, и вскоре ее тело прислонилось к перилам, словно умоляя стать частью дома. Джон, конечно же, начал ее ласкать, и они вместе хорошо провели время, наслаждаясь обществом друг друга. Хотя поначалу собака казалась немного напуганной, вскоре она показала Джону, как много любви она должна дать, и это учит нас тому, что мы не можем судить о книге по обложке или о собаке по тому, как она относится к приюту. Она очень хотела найти любящий дом, и ее желание сбылось. Ее вскоре забрала добрая женщина, которая увидела фотографии в соцсетях. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.